Но в ближайшие 5 лет, я думаю, что нам будет очень и очень сложно. И это очень хорошо. Это как прививка для организма. Человек сначала болеет, потом становится невосприимчивым к вирусу. То же самое сейчас получаем мы. Все, что делает Запад, он не понимает, что он делает нас сильнее. Что это на самом деле он делает для нас. Потому что у нас сейчас начнет подниматься свое производство. Мы сейчас будем соскакивать наконец-то с нефтяной иглы. Кто-то, может быть, сейчас смеется над моими словами, но видите, так и будет. Потому что это неизбежно. Потому что нас загнали в такие рамки, и нам, чтобы выжить и быть сильными и сильнейшей державой, надо принимать эти правила. Поэтому все, что происходит, я считаю, это очень хорошо. Будет тяжело, будет сложно, но в итоге мы только станем еще сильнее.